Добрый день, мои дорогие любители вязания. Мы с вами вязали вот такой вот мотив, да? И я говорила, что на следующем уроке мы с вами сделаем соединение и свяжем еще соединительный мотив. По идее, здесь должен быть еще третий, но, к сожалению, я не вязала его. У меня только получается два. Но я думаю, что вы разберетесь. Схема у нас с вами будет, и вы сможете сами разобраться с моими комментариями. Получить вот такое вот прекраснейшее кружевное полотно. Да, я понимаю, что, может быть, оно несколько сложновато для начинающих особенно, но при всем при этом оно достаточно красиво и интересно. Мы можем связать как платье, блузку, мы можем с вами связать и скатерть, все что угодно. Итак, приступим. Давайте посмотрим прежде всего, где у нас соединяются два больших мотива. Они у нас соединяются через вот эту арочку и через вот эту арочку. Прежде мы соединим сейчас с вами арку, которая находится между двумя пико. Сейчас, как вы помните, мы вяжем 1, 2, 3, это у нас петельки, запомнили, 1, 2, 3, сделали пико. И вот теперь 1, 2, 3. Ищем. Вот у нас, допустим, третья петелька между нашими двумя пико. Мы должны зайти. Не получается. Ну, мы справимся, да? Вот, зашли мы с вами в арочку, да? И соединяем нашу третью петельку протянули еще две петелечки теперь делаем пико вернулись 1 2 3 и закрепились под этой аркой и теперь нам нужно соединиться вот с этой аркой. Это арка, которая идет вот к большому лепесточку, да, вот с этой арочкой нам нужно соединиться. Точно так же мы с вами что делаем? Вяжем 1, 2, 3, это петельки. Теперь у нас с вами пико. Теперь у нас с вами 5 воздушных петель, но на третьей петельке мы проводим соединение. Сошли, соединились, еще 2, еще пико, да, и в принципе довязываю я этот ряд, и мы вяжем с вами маленький мотив, который соединим эти 2. 1, 2, 3. Куда мы с вами идем? Мы идем с вами вот в центр, сюда, да, и закрепились. Вот как бы первая, в общем-то, часть у нас с вами есть. Теперь мы соединим еще с вами вот тут посерединке. Дошла я до края и хочу сразу вам показать. Вот с этой точки мы с вами начинали, 3 петельки. И вот в это пико нужно зайти и сделать соединительную петлю, обрезать и закрепить нитку. И давайте свяжем вот этот маленький. Мы его можем связать немножко по-другому. Если здесь мы с вами вязали скользящую петлю, я досмотрелась на схеме, можно связать вот как. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 воздушных петель мы замыкаем в колечко и будем вязать наши лепестки. Их у нас тоже будет 5. И при этом мы еще с вами будем соединяться. 1, 2, 3. Накид. Зашли в колечко. И вяжем 3 недовязанных столбика с одним накидом. Второй. И третий. И соединили. И вот теперь нам предлагают соединиться вот таким вот маленьким мотивчиком. Соединяться будем мы с вами вот с этим пико. Смотрите,
наше было соединение. Теперь вот 1, 2, 3. Берем вот это пико, и мы соединяемся с ним и вяжем опять 3 воздушных петельки и опускаемся вниз. 1, 2, 3. Зашли сюда, связали столбик без накида. 1, 2, 3. Накид. Опять вяжем с вами 3 недовязанных. 1, 2 и 3. Соединили, закрепили. И вот теперь мы опять с вами должны соединиться. Теперь мы с вами соединяемся вот с центром. Вот смотрите, вот у нас была арка, а теперь мы соединяемся вот с этим вот, вот с этой арочкой. Я вот так провязываю. Опять 1, 2, 3. Опустились. Вяжем следующий лепесток. 1, 2, 3. Связали мы с вами лепесток. И вот смотрите, мы должны соединиться вот с этой аркой. Вот так. И пропускаем. И опять опускаемся. 1, 2, 3. И вот сюда. Теперь опять 1, 2, 3. Вяжем следующий лепесток. Связали мы с вами, теперь заходим вот в это пико и соединяемся. И завершаем этот цветок. И опустились. Далее у нас еще с вами идет, видите, еще 1, 2, 3, 4. Как бы по схеме у нас показано 5, да, но мы вполне можем с вами сделать и 6 лепестков для полного соединения. Я вам показала, как 2 мотива соединены. Здесь у нас еще может быть 2 соединенных. И их точно так же соединить с этим цветком. Нет ничего сложного. То есть я сейчас завершу, и мы посмотрим уже как бы. Итак, вот мы с вами соединили 2 мотива. Здесь должен быть еще 3 мотив, да, не 4, а 3. Тогда будет более полно. Ну, у меня 3 мотива нет. Кто интересно, тому тот свяжет и посмотрит, как это соединяется. Вы видите, что у нас как бы видит, как ирландское кружево, цветы и между ними сетка. Вот, пожалуй, все. Что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте я с вами прощаюсь. Понравилось вам видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну а вам творческих успехов и до скорых встреч!